Великомученицы Татьяны при Самарском госуниверситете. Праздничное богослужение ведет митрополит Самарский Сызранский Сергий. 25 января православная церковь отмечает День памяти святой. По преданию, Татьяна жила в Риме во II-III веках и посвятила себя служению Богу. Язычники силой принуждали ее отказаться от Христа и поклониться идолам. Но Татьяна была непреклонна, и тогда ее казнили. Татьянин день в России всегда отмечали с размахом. До трагедии в храме при МГУ в 1918 году. Начался обстрел Кремля большевиками, и один из снарядов попал в алтарную часть университетского храма. Было полностью снесено яблоко, на котором зиждился крест. И до 90-х годов этот обычай был забыт. Татьянин день – издавна праздник всей студенческой братии. Именно 25 января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета. С тех пор святая Татьяна считается покровительницей студентов и педагогов. Ну, я считаю, что мученица Татьяна все-таки как-то помогает, просит, наверное, Бога о нас, о студентах. Стала приходить с первого курса. На праздничную службу в храм идут не только студенты просить хороших оценок у святой. В храме сегодня особенно многолюдно. Среди прихожан и глава Самары Дмитрий Азаров, и ректор госуниверситета Игорь Носков. Марина Матвеевна, Мурат Гасанов. События.